наша музыкальная гостиная опять открывает двери для вас, мои дорогие любители музыки. Ну что ж, продолжаем наши занятия музыкальные. И давайте опять с вами поздороваемся. Вы не забыли, как мы с вами здоровались? Давайте еще раз попробуем. Здравствуйте, ребята! А вы мне? Здравствуйте! Молодцы! Очень здорово получилось! Ребята, а давайте посмотрим, кто же сегодня к нам придет в гости из нашего волшебного домика. А, кто это? Волшебная птичка? Посмотрите, какая красивая! Но мне кажется, что у нас такие птички не живут. Она наверняка прилетела из южных стран, но очень хочет поселиться у нас, правда? Да, она говорит, что очень хочет пожить у нас, только не знает, где же ей жить, как же ей быть. Давайте, ребятки, для нашей птички вместе построим домик. Готовы? Сейчас я вам расскажу, как мы это будем делать. Сначала мы будем пилить пилой. Ну-ка, вот так ручки приготовили. Пилим, пилим, молодцы. А потом будем колоть дрова. Так, вот так, вот так. А потом будем молоточком гвоздики забивать. Тук, 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 тук. Ну что ж, готовы? Начнем. Заработала пила, и пошли у нас дела. Пилим, пилим и поем, и совсем не устаем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Колем-колем топором мелкие дровишки. Строят-строят птичкам дом наши ребятишки. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Молоточком тук-тук-тук гвозди забиваем. Мы для птичек строим дом, птичкам помогаем. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Птички, вам уже пора справить новоселье. Прилетайте к нам сюда, будет вам веселье. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. И в ладошки. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой красивый домик получился для нашей птички. Молодцы, ребята! Ребятки, мы с вами построили замечательный домик для нашей птички. Она очень рада. И давайте теперь построим замечательную музыкальную лесенку к этому домику. А птичка попробует с нами подняться по этой лесенке и спуститься. Готовы? Ну что ж, начинаем. Вот иду я вверх. Вдохнули. Вот спускаюсь вниз. О, у всех получилось подняться и спуститься. Молодцы, давайте еще разочек попробуем. Готовы? Вдохнули носиком. Вот иду я вверх. Молодцы, и спускаемся вниз. Вот спускаюсь вниз. О, вот как здорово научилась птичка. И подниматься, и спускаться по лесенкам. И все благодаря вам. Вы большие молодцы. Ребятки, а теперь наша птичка очень хочет поиграть. А вы готовы? Ну что ж, вставайте, выходите на серединку своей комнаты и готовьтесь. Расправили крылышки. Готовы? Полетели! Полетели птички, воробьи-синички. Все летали, крыльями махали. Все летали, крыльями махали. А теперь присядьте на корточки и поклюем. На дорожку сели, зернышки поели. Клю-клю-клю, клю-клю-клю, как я зернышки люблю. Клю-клю-клю, клю-клю-клю, как я зернышки люблю. Теперь встаем и почистим перышки. Перышки почистим, чтобы были чище. Чик-чирик, чик-чирик, чтобы были чище. Чик-чирик, чик-чирик, чтобы были чище. А теперь ручки на пояс и прыгаем высоко-высоко. Прыгаем по веткам.
чтоб сильней быть деткам. Чик-чирик, чик-чирик, чтоб сильней быть деткам. Чик-чирик, чик-чирик, чтоб сильней быть деткам. А теперь все готовы. Ой, посмотрите, кошка прибежала, птичек напугала. Пиш, летите, птички, скорее улетайте. Молодцы, все улетели, умнички. Ребята, на прошлом нашем занятии мы послушали с вами произведение Петра Ильича Чайковского, которое называлось «Игра в лошадки» из детского альбома. А сегодня мы послушаем еще одно произведение из детского альбома, которое называется «Марш деревянных солдатиков». Закрывайте скорее глазки, послушайте это замечательное произведение и представьте, как маршируют эти сказочные деревянные солдатики. Внимание, слушаем! Конечно, понравилась замечательная музыка. Каждый представил себе своего деревянного солдатика. Какие вы молодцы! А теперь давайте послушаем еще раз. Только вы будете своих деревянных солдатиков показывать, как они замечательно шагают, маршируют ножками и машут своими деревянными ручками. Готовы? Начали! Замечательные деревянные солдатики у вас получились. Просто супер! Отличные! Итак, мы с вами сегодня познакомились еще с одним произведением Петра Ильича Чайковского, которое называется «Марш деревянных солдатиков». Вы большие молодцы! Ну что ж, а перед тем, как наша музыкальная гостиная закроет свои дверцы ненадолго, пожалуйста, к следующему занятию подготовьте, пожалуйста, свои рисунки, где вы нарисуете своих деревянных солдатиков. Буду с нетерпением ждать новых встреч. До свидания, ребята!